Кстати, когда нам говорят, что лиса... С этих слов, поехали. Кстати, когда нам говорят, что лиса вырабатывает кислород... Читать суфлера, держать себя в кадре. Пробует Наталья Свечникова и доченька Машенька. Мама с особенной девочкой уже несколько лет являются героями наших репортажей и постоянными зрителями. Но в святая святых в нашей студии сегодня побывали впервые. Реакция – полный восторг. А я думаю, я как ее на телеке. Особенно мне нравится ведущая Корчагина, молодец. Нравится и все ее выпуски смотрю. Записать эфир и тут же посмотреть на себя в экране многочисленных мониторов. Вот это. О, сразу Маша. Наша красота наша. Маша занимается рукоделием, рисует, разносторонне развивается. Журналистика – одно из многих ее увлечений. Причем девочке нравятся не только корреспонденты, но и те, кто остается за кадром – операторы. Наша СММ Анастасия Бертенева, которая часто снимает видео для наших соцсетей, преподала Машеньке мастер-класс. Она снимает очень плавно и очень... Она маленькая, компактная, но получается видео очень красивое. О, смотри, видишь оператора? О, красавчик наш. Давай, вон кружечки поснимаем. Заглянули Свечниковой к нашим монтажерам, посмотрели, как создаются видеосюжеты. Корреспондент Анастасия Наборщикова рассказала о тонкостях работы. Съемки длились, например, несколько часов. Мы убили на это часа 3-4, например, а в эфир пойдет всего лишь минут 2. Текст видеосюжета Маша тоже попробовала начитать, справилась на ура. Ну а после посетила нашу «Комсомольскую правду». Пообщалась с журналистами и главным редактором Ольгой Ведерниковой. После спустилась этажом ниже в студию радиоэфира. Вот одевай, да, как тебе удобно. Вот так, Аса. Вот можешь ручки убрать и вот так поговорить в микрофон. Да. Да. Сюда могут в студию, например, звонить слушатели, и мы слышим в наушниках, как они говорят по телефону. Больше всего маленькой Маше понравилось радио. Мама девочки говорит, если желание не угаснет, будет с дочерью работать на дикции, чтобы профессия покорилась. Ну а мы ждем и других желающих в гости, и вместе с семьей Свечниковых посылаем зрителям воздушный поцелуй. Отлично. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.